Описание представленных КТ-томограмм пациентки 1950 года рождения от 26 июля 2019 года. Область исследования – головной мозг, ангиография. Нативная фаза исследования не представлена. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга. Третий желудочек умеренно расширен. Боковые желудочки симметрично умеренно расширены. Перевентрикулярно. Очаги сниженного накопления контраста. Область турецкого седла не изменена. Цистерны основания мозга умеренно расширены. Субарахноидальные пространства и борозды мозга умеренно расширены. Кости своды основания черепа не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Пневматизация гайморовых пазух, клеток решетчатого лабиринта, лобных и основной пазухи сохранена. Патологические включения в них не выявлены. Слуховые проходы проходимы с обеих сторон, симметричны. При КТ-ангиографии артерий головного мозга, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева симметричные по диаметру интенсивности накопления контраста. Основная артерия расположена срединно. В сегменте В4 диаметр правой позвоночной артерии снижен до 1-2 мм. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артериовенозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Заключение. КТ-картина дистрибуляторной энцефалопатии, гипоплазии правой позвоночной артерии. КТ-признаки патологии костей черепа не выявлены. Для уточнения характера изменений головного мозга рекомендована МРТ, консультация невролога. Врач-рентгенолог КМН М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый вечер. Исследование головы у вас выполнено или записано на диске не в полном объеме, нет нативной фазы, сканирование без контраста, что затруднило трактовку результата. На всех остальных зонах нативная фаза есть. В целом можно сказать, что ничего страшного у вас нет. Нет инсульта, нет опухоли. Есть сосудистые нарушения, сужен просвет правой позвоночной артерии. Тут лучше сделать МРТ головы. На МРТ лучше видна структура мозга и показаться неврологу, который и назначит лечение.